Всем привет, друзья! С вами снова я, житель. Сегодня я вместе со своими друзьями снова в Эгварсе. И, господи, опять что-то странное. Вот посмотрите, все генераторы заняты, но это-то и понятно. Но я не понимаю, почему так светло? Подождите, у меня яркость выкручена на максимум. Я не знаю, короче, давайте немножечко пособираем железо, как всегда, вот, друзья, как всегда по стандарту. Мы сначала собираем железо, потом 5 золота, потом ломаем яйцо. И еще что-то делаем. Но, друзья, сегодня я придумал гениальную тактику. Зачем нам это все делать, если за нас это могут сделать динамиты? Да, это гениально на самом-то деле. У меня уже была такая тактика, но она немножечко будет сейчас по-другому. Я хочу, как настоящий, не знаю, партизан, что ли, построиться сверху, то есть где яйцо, и скидывать динамиты таким образом. То есть, чтобы взрывались и игроки, и защита у яйца. Но самое главное тут проблема — это обсидиан. И для этого мне понадобится кирка за 5 золота. Ну а также, друзья, наша кирка будет выступать за место меча, потому что меч это полная, не знаю, что такое даже сказать. Ну, короче, меч это полная, не знаю, туфта. Что за меч, блин? Тем более, что тратить сейчас золото на меч или потратить их на динамиты? Вот, выбирайте, что лучше. Я думаю, что да, динамиты, они побольше урон наносят, то есть они больше, даже если не ломают там урон, сердечки, то они ломают бронь. То есть очень хорошо, поэтому закупаем стейки. Давайте две пары брони возьмем. Вот я подумал о чем. То, что давайте все-таки, да, две пары брони. И да, мне нужна еще кирочка. И давайте закупим самое главное. А именно, друзья, наши любимые ТНТ-шки. Так, сколько у меня их? Ага, у меня откуда-то лестница. Подождите, я закупал лестницы вообще? Я что-то не припомню. Ну, короче, мне кто-то лестницы дал плюс еще. Не, кстати, стоп. Офигенно, я сейчас о чем подумал. Короче, у меня гениальные вот идеи в голове рождаются. Хотя не скажешь, что у меня сегодня день удачный. На меня 5 игроков нападали в этом, в драках непонятных. Плюс еще на нас сейчас идут. Ну, короче, это не важно, ведь сейчас я пойду на зеленых и попытаюсь их убить. Самое главное, чтобы вот этот чувак, как настоящий не знаю кто, на меня не спрыгнул и не скинул, так сказать, в бездну. Ну, короче, сейчас по-быстрому идем на зеленых и пытаемся сейчас, во-первых, убить вот эту девочку. Но она, блин, очень легко взялась и упалась в бездну. Так, ага, вот этот пацан. Что-то у него сзади странная, непонятная, это какая-то буква. Я не знаю, что с этой буквой. Ну, короче, мне ли кажется, эта буква нехорошая или ну, короче, неважно. Самое главное, что мы делаем вот таким вот образом. Оп, оп, оп. Хотя, стоп. Это кажется, это же не то, что я подумал. Это не свастика была у него там, за спиной. Ну, короче, я подумал, что это она была. Но, блин, я не знаю, чувак, я не буду на всякий случай смотреть на твою спину. А то у тебя там какие-то... А, стоп, у него там... А, у него Z там буква. Да, блин, я испугался, думал, свастика. Так, ай, блин, я забыл опять же за свою тактику из-за этого чувака тупого, непонятного. Так, это что такое? Ага, вот как мы делаем. А, угу, я понял, да-да-да-да-да, я понял, угу, позвоните мне, если что. Так, стоять, это что такое? Вы что меня так мутузите? Так, все, поднимаемся. Как настоящие чуваки, как говорится, чуваки, да не чуваки. Ну, короче, друзья, нам сейчас нужно как-то, я не знаю, у них есть сверху обсидиан. Я вот этого вот не знаю сейчас. Я попытаюсь сейчас закидать их динамитами. Во-первых, во-вторых, сломать им попробовать яйцо. Так, опа-на, нифига себе, вот эта тактика гениальна. Вот эта девочка сейчас. А, это что сейчас такое было? Это что за руины? Не знаю, что это за руина сейчас была. У них нету там обсидиана. Девочка, у тебя там нету обсидиана. Так, тут динамиты нас не взрывают. Это уже понятно. Так, пацан, иди нафиг. Я так и знал, вот, друзья, я так и знал, что у них там сверху не было этого обсидиана. Это просто что-то с чем-то, я не понимаю, как можно было не закрыть самое главное в вашей команде, это яйцо. Так, окей, это что сейчас было? Это, что? Офигеть, это что за 300 IQ move? Это что сейчас было?
Я лестницами зацепился, я как... Я круче Дрима сейчас был, это чё сейчас было, друзья? Это супер везение, офигеть, это как? Это, я не понимаю, это чё сейчас было? Окей, у меня... Я в шоке. Я просто... У меня дар речи потерялся. Как я так выжил? Так, убиваем вот эту девочку, потому что это какая-то девочка странная. А потом вот этого пацана, когда все, так сказать, рассосались немножечко. Немножечко игроков поубавилось. Так. Да ну, чувак, опять ты не скидываешься? Ну, серьезно, что ли? Так. Я прошу тебя, ну опять ты куда убегаешь? Ну, не нужно этого делать. Так. Было. Так, пусть Данил с этим разберется, так сказать. Так, друзья, окей, это что-то с чем-то, конечно, было. Сейчас, кстати, нам сломали яйцо и... О, это чё, я только сейчас понял, что я... Если бы я упал, если бы я не зацепился лестницами, то бы я сейчас бы вылетел из игры, и этот ролик пришлось бы выключать. Офигеть, это просто, блин, я не знаю. Я такие, конечно, делаю вне записи, такие моменты крутые, топовые. Кстати, скоро на канале выйдет самые топовые моменты Данила и Жителя, поэтому не пропускайте, как говорится. Ну, короче, это просто, блин, что-то с чем-то. Я ни разу на записи, по-моему, я ни разу на записи не делал такие крутые моменты. Напишите в комментах, кто олд моего канала, напишите, я делал такие моменты интересные, просто я немножечко подзабыл. Ну, короче, это что-то с чем-то. Так, ладно, друзья, мы немножечко закупились, так сказать. Оп. Ага, все, вроде как я могу дальше идти, совершать всякие победные моменты. А, у нас же оранжевые остались. Угу. Я не знаю даже, друзья, что тут даже говорить. Но давайте что-нибудь попробуем. Например, вот таким вот образом мы сейчас... Ого, нифига себе, вот это ты, конечно, топово дерешься. Ну, мы сейчас проверим, насколько ты топовый игрок. Так, ну-ка. В комбо. Помогите! Нет! Я не могу сейчас проиграть. Паркур мастер. Это чё? Он упал. Это чё такое, друзья? Я не понимаю. А, нет, он вообще не упал, оказывается. Он вон там. Он увидел мою всю крутость. И поэтому я могу сказать только одно. То, что этот чувак, он и вправду чувак какой-то. Он не знает, что я могу сделать вот так, оказывается. Ну, короче, он убегает на свою базу. Ему сломали яйцо. Это вообще вдвойне красава просто. Это Данил, красава Данил. Просто вдвойне. Так, ставим динамит. Не получилось поставить динамит. Но я надеюсь, меня никто сзади не скинет. Да, я скину этого чувака. И сейчас убью вот эту девочку. Так, подождите. Отлично, просто прекрасно. Так, у меня остались еще динамиты. Точнее, как, друзья, сказать, динамит один остался. Я думаю, что... Опа, чувак, я бы не смотрел на динамит, вот, знаешь, ты так умеешь, ну ладно, я ожидал, что ты сейчас просто взорвешься, ладно, он немножечко умный, так сказать, он поставил блок, чтобы по нему не так много урона пронеслось, ну, конечно, неплохо, но это его все равно не спасло от моей кирочки. Опа, а чё это я вижу, чё это такое, а, ты офигел, что ли, тиминг в прямом эфире? Алло, тимиться нельзя. Тихо. Минутка молчания в честь победы. Это что такое? Почему у меня так мало хп? Данил, спасай срочно. Это что сейчас было? Ладно, я не буду вырезать этот момент, вот эту минутку молчания, потому что, вот вы видели, это что сейчас? У меня, может быть, что-то залагал? Это...
Друзья, он чё, читер был? Офигеть, это чё за серия такая, друзья? Ладно, на этом мы заканчиваем, то я сейчас сюда с ума сойду, друзья, вы это видели? Я не знаю, у меня... Как у меня до сих пор дар речи не потерялся? Я не понимаю, как такое может быть? Мы и читера нашли, мы и тиминг нашли, мы сделали крутой момент, мы всё успели за эту серию, друзья. Барса, ставьте обязательно лайки, это заслуживает видео просто лайк. Нифига себе-то! Почему столько игроков вышло? Они все в команде были. Ладно, друзья. Я могу сказать только одно. То, что присоединяйтесь, кстати, к Дискорду. Да, я там частенько бываю. То только 2 человека присоединилось. Это, ну, серьезно, что ли? Присоединяйтесь к Дискорду. Я буду вас там ждать. Но не самое главное. Самое главное, что это была супер серия. Я надеюсь, вы поддержите меня лайком. Ну, и хотя бы просмотром просто. Посмотрите видос. Будет очень приятно. Ладно, друзья, с вами... С вами был я, житель, также с вами был Данил, я просто не знаю, что даже говорить, у меня дар речи, не знаю, у меня язык заплетается от таких моментов. Короче, друзья, с вами был я, житель, также с вами был Данил, всем до скорой встречи, всем пока!